поисках Йеннифер своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой.
ниоткуда. Чужой! Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. Если у меня сын родится. Геральт там. Откуда боги привели? Ничего не остается, только молиться и просить, чтобы нас зло миновало. Откуда боги привели? Твоей жопой я сам займусь. Угол вместе! Живее, мужики! Живее!
далековато. Серебро, да? Пошла. Не торопись. Опять мне косули деревца пообщипали. Теперь помедленнее. Но! Ну, все, все, все.
целая плотва. Но... Не торопись. Пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Дерван, а не Гастеран. Урод. Да как же так? Еще чего-нибудь? Прощай. Неприятности ищешь? Тишь на полях Нильфгаардской страны, Эмгир император наделал штаны. Что? Что ты сказал? Чего надо? Спи, деточка, спи. От сна здоровее будешь. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уж лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки, а после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз, непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно, а он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Мне жаль тебя, но работа есть работа. Надо обсудить плату. А что не так с платой? Я таких денег в жизни не видал. Вы бы скинули еще чуточку, тогда бы мы договорились. Вот и договорились. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу.
Но! Погоди, плотва. Вот и несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время? Трава вокруг колодца выжжена. Тело высушено, следы ожогов. Судя по всему, это полуденница. Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Тело высушено, следы ожогов. Работа полуденницы. Мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Дневник может пригодиться. Браслет. Может, он связывает души девушки с этим местом? Пятна крови едва различимы. Кого-то здесь тащили еще живым. Следы окровавленных ладоней. Руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Следы крови почти исчезли, но нитка крови по-прежнему видна, что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина. Судя по зубам, лет 30. Без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги.
Шнуров удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Надо подготовиться. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. И браслет. Игни.
сработало. Эй! Проказа! Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал.
Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поле битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы не дожила. А так есть надежда. Надо же, вот уж не думал получить когда-нибудь приданное. А я и подумать не мог, что оно ведьмаку достанется. Странные времена настали, правда? Странные и печальные.